Здравствуйте, вы находитесь на канале НЗНК. Мы производим кабельные лотки, монтажные системы и аксессуары к ним. В своих роликах мы часто показываем применение того или иного аксессуара, монтажного элемента. А в этом видео мы хотели вернуться к основам и рассказать, как правильно выбрать кабельный лоток, который лучше всего подойдет для вашего проекта. Выбор подходящего кабельного лотка является ключевым аспектом при проектировании систем электроснабжения и связи в коммерческих, промышленных и жилых зданиях. Правильный выбор обеспечит не только безопасность и надежность кабельных систем, но и оптимизирует затраты на монтаж и обслуживание. А теперь давайте рассмотрим основные критерии, которые помогут выбрать вам наиболее подходящий кабельный лоток для вашего проекта. Перед выбором кабельного лотка важно четко определить требования вашего проекта. Оцените вес кабелей, который должен поддерживать кабельный лоток. Различные типы кабелей – силовые, связь, телекоммуникационные – могут требовать различных типов лотков. Учтите условия, в которых будет использоваться кабельный лоток, включая влажность, температуру и наличие химически активных веществ. Рассмотрите, где и как будет установлен лоток – внутри помещения, на открытом воздухе, под потолком или на стене. Кабельный лоток изготавливается из различных материалов, которые имеют свои преимущества и недостатки. Прочный и устойчив к механическим повреждениям, но подвержен коррозии. Требует дополнительной антикоррозийной обработки. Мы предлагаем на выбор цинкование двух типов – методом Синзимера и методом полного погружения. Идеально подходит для агрессивных и влажных сред, устойчив к коррозии. Предоставляет хорошую вентиляцию кабелям и удобен для прокладки различных типов кабелей. Идеален для тяжелых или больших объемов кабелей, обеспечивает простой доступ к кабелям для обслуживания. Предлагает наилучшую защиту кабелей от пыли, грязи и других внешних воздействий. Обеспечивает максимальную вентиляцию кабелю и простой доступ для обслуживания. За счет изготовления из проволоки 4 мм, меньше всех остальных лотков накапливает на себе пыль, за счет чего часто используется на пищевых производствах. Выбор и форма кабельного лотка зависит от количества и типа кабелей, которые необходимо разместить, а также от доступного пространства для монтажа. Убедитесь, что выбранный лоток может вместить в себя все кабели с необходимым запасом пространства для вентиляции и будущего расширения. Следует оставлять примерно 40% свободного пространства. Лотки бывают различных длин, и выбор зависит от места и конфигурации установки. Важно учитывать возможность соединения отдельных секций для достижения необходимой длины. Не забудьте о приобретении необходимых аксессуаров и комплектующих, которые обеспечат надежную и удобную установку кабельных лотков. Обеспечивает стабильность и прочность конструкции, а также позволяет соединять секции кабельных лотков с аксессуарами. Защищает кабель от внешних воздействий и предотвращает попадание грязи и пыли. Помогает разделять различные типы кабелей внутри одного лотка для избежания помех и обеспечения доступа к кабелям для обслуживания. При выборе кабельного лотка также важно учитывать его монтажные особенности. Расстояние между точками крепления кабельного лотка к структуре здания должно обеспечить достаточную поддержку и предотвратить провисание. Некоторые системы кабельных лотков предлагают быстросборное или модульное решение, которое упрощает и ускоряет монтаж. С помощью монтажных элементов вы сможете зафиксировать кабельную трассу в любой плоскости под необходимым углом. Ассортимент монтажных систем НЗНК позволяет проложить трассу даже на самых сложных объектах.
Убедитесь, что выбранные кабельные лотки соответствуют местным строительным кодексам и стандартам безопасности, включая нормы пожарной безопасности и стандарты защиты кабелей. Правильный выбор кабельного лотка – это важный шаг в проектировании эффективной и безопасной кабельной инфраструктуры. Учитывая вышесказанные аспекты, вы сможете выбрать оптимальное решение, которое будет соответствовать всем требованиям вашего проекта и обеспечит надежность системы на многие годы. Если вам необходимы кабельные лотки, монтажные системы или аксессуары к ним, вы можете оставить заявку любым удобным для вас способом. Все контакты будут в описании под видео. Приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем о нашей продукции и подготавливаем интересный материал по электротехнической тематике. Ссылка на канал будет в описании под видео. Также, если вы подписаны на наш канал, вы получаете скидку в размере 5% на весь ассортимент. Для этого достаточно предоставить скриншот вашего аккаунта, где в подписке будет фигурировать наш канал. На этом данное видео подошло к концу. Будем рады, если вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!